для приготовления кислой капусты с мясом, со свиными ребрами. Вот это сами свиные ребра, такая пластинка очень хорошая. Срезанная с корейки, с мяса корейки. Нам потребуется капуста квашеная, рис, такой круглый рис. Мы его предварительно сельдерей, корневой и лук. Для того, чтобы нам нужен сахар в это блюдо, но так как я не употребляю сахар практически нигде, я возьму с лука и сельдерея. Рис мы промываем, пока вода не станет прозрачной. Если надо, то и 10 раз надо промыть. Видите, какая мутная вода. Это крахмал. Нам крахмал не нужен. Все, вода прозрачная. Крахмал весь вымыл. Теперь мы все помещаем в кастрюлю. Сейчас отварим почти до готовности. Теперь нам надо измельчить капусту. И тоже эту капусту я промою. Она у меня сильно кислая. Капусту промыла. Теперь измельчим мясо. Режем вот между ребрышек. Вот ребрышки мы тут разрезаем. Можно по два ребрышка, они маленькие. Обжариваем ребра. Пока сковородка греется, я измельчу овощи. Все можно. Все, оно подрумянилось. Мы перекидываем вам в другую емкость, в которой будем тушить. Все, перекинули в другую емкость, в которой будем тушить. Видите? Сюда мы добавляем кипяченую воду, где-то пол-литра. Ставим на большой огонь, накрываем крышкой. Солим, перчим, перец. Все. И доводим ребрышки до готовности. Они почти должны быть готовы. А тем временем у меня испеклась запеканка. Супер запеканка. Она как чизкейк, но низкокалорийная. Если вас интересует этот рис, я могу его снять. Рис у меня практически сварился. Я слила воду и обдала его. Ребрышки наши кипят. Я уменьшила огонь где-то вот у меня на пятерке. Смотрите, ну, чтобы они кипели так. Хорошо. Видите, как кипят. Тем временем мы откроем запеканку. Ой, горячая еще. Прошло полчаса, наши ребра кипят, мы в них опускаем лук и сельдерей. Пускай тут женятся, делятся своими ароматами. У меня кипело где-то 40 минут вместе с овощами, минут 20.
Запахи такие идут от лука с сельдереем. Жаль, не передают. Все, уже вилочка лезет в мясо. Теперь добавляем капусту. Добавляем рис. Грамм 100 пока добавлю, больше не буду. Все, теперь аккуратно надо перемешать. Добавляем огонь. Вообще, наверное, можно весь рис добавить. Как-то он и растворился в капусте, нету его. Не, не надо, не буду добавлять, хватит 100 грамм. Будет один рис. Уже надо капуста с мясом, но и с рисом. Жидкость я выкипела, сейчас я еще немножко водички подолью.